Дамы и господа, доброго времени суток, и я бы хотел продолжить свой обзор на GOG Galaxy 2.0. Вышли небольшие обновления, и самое важное, теперь можно интегрировать абсолютно любые лаунчеры в GOG Galaxy. Вы можете запускать любые игры через один лаунчер, после чего вы сможете сделать так, чтобы другие лаунчеры закрывались автоматически. И вам больше не надо запускать Uplay, Bethesda, Battle.net и так далее. Давайте подробно разберемся в этом ролике. С вами Готика, Сократ, погнали! Если ты пропустил обзор на GOG Galaxy 2.0, воспользуйся рекомендацией сверху, которая всплыла прямо сейчас, для того, чтобы понять, что это такое. Ну а для тех, кто уже в курсе, мы заходим в настройки, после чего мы нажимаем интегрировать, и там, на поиске Get Hub, мы можем найти абсолютно любой лаунчер. Rockstar, Bethesda и так далее. Я отключил сейчас все интеграции и хочу вам показать, что будет, если включить и подсоединить все аккаунты в GOG Galaxy. Ну и теперь, как вы видите, теперь все лаунчеры доступны мне в одном лаунчере GOG Galaxy. Также мы можем сделать так, что при загрузке игры из любого лаунчера, автоматически он закрывал тот самый лаунчер, который необходим для запуска игры. Например, для запуска Red Dead Redemption мне необходим Rockstar лаунчер. После того, как я его запущу из GOG Galaxy, у меня запустится Rockstar Launcher, я поставлю галочку, чтобы он отключил его, когда игра запустится. Игра запускается, и Rockstar Launcher уже выключается. Это можно сделать абсолютно с любым лаунчером, будь то Steam или Battle.net, неважно. Вы запустили игру из GOG Galaxy, он подгружает лаунчер, запускает игру, игра запустилась, он выключает лаунчер, и у вас остается включен один лаунчер GOG Galaxy. С вашими друзьями вы видите, кто находится в онлайне и где. Ну и сейчас появилась возможность покупать игры из GOG Galaxy в магазине Epic Game Store. Например, вы запустили магазин, открыли его в GOG Galaxy и можете купить игру из Epic Game Store. Круто, круто. Постепенно, медленно, но верно, они интегрируют все магазины в один магазин. Больше не надо бегать по магазинам и смотреть, где какие скидки есть. Пока что, конечно же, это еще нужно делать, но в будущем, в перспективе, это не нужно. Следите за новостями, обязательно подключайтесь, ставьте GOG Galaxy, это абсолютно бесплатно. Поддержите разработчиков Cyberpunk и Ведьмака. Я очень сильно топлю за этот лаунчер, я надеюсь, что у него будет великое будущее. На данный момент они работают над интеграцией и созданием единого чата. То есть, если вы будете печатать вашему другу в лаунчере в чате GOG Galaxy, он будет получать сообщение, допустим, в Uplay или там в Steam. И вам не надо будет больше общаться с вашими друзьями, используя миллиарды лаунчеров. Используйте только GOG Galaxy. Ну а с вами была Готика, Сократ. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и, конечно же, спасибо нашим спонсорам: Алексей Котов, Анастасия Морс, Вовка СПБ, Сирплей, а также другие спонсоры. И можешь стать и ты всего от 49 рублей в месяц.